Многие у меня спрашивают: Илюх, как правильно приготовить апероль сприц? Делай как чувствуешь, но сейчас я вам расскажу. Нам понадобится винный бокал, полностью наполненный льдом. Ставь лайк, и я расскажу, как сделать лед в домашних условиях, имея только воду, морозилку и немножко твоего терпения. Заливаем игристое вино примерно на 2/3. И тут нужно понимать, от бара к бару, от ресторана к ресторану, везде пропорции апероль сприц достаточно разные. Где-то делают один к одному, где-то два к трем, а мы делаем маленечко по-вандальски и на глаз наливаем игристое вино. Берем итальянский аперитив апероль. Уже при помощи мерной посуды набираем 50 мл и отправляем туда же в наш бокал. Докидываем лед, чтобы он полностью максимально сильно охлаждал наш напиток. Перемешиваем. Украшаем апельсиновым кружком. Аперолька наша готова. Сочная, летняя, апельсиновая и все в этом роде. Пробуем. Белиссимо.